Адиль, привет, как твои дела? Привет, у меня все хорошо, у вас? У меня тоже все отлично. Скажи, где мы сейчас находимся? Мы находимся в районе Прага Полночь. Угу. И здесь спокойненько. Вот, вот это здание, там, где я живу. Подъезд, да? Второй подъезд. Угу. И, в общем, тут живется очень круто, спокойно, дружелюбные люди здесь живут. Кстати, а где ты покупаешь продукты? Продукты сейчас неподалеку находится продуктовый магазин «Бедронка». Это, ну, один из самых больших сетевых магазинов Польши, и там я покупаю свои продукты. Хорошо. Хватает тебе на то, чтобы там жить, куда-то путешествовать, может быть, ну, откладывать? Да, конечно, я... Вот после, этот подъезд, да? После нашей последней встречи я успел увидеть двух городов в Польше, и вообще очень отлично, круто, да? Да. Скажи, а ты снимаешь, сколько у тебя комнат? Это двухкомнатная квартира. Я в одном комнате живу с своей девушкой, и в другом комнате живет одна студентка. То есть так тоже удобно, да? То да, есть не... тоже так удобно. Девочка тоже очень прикольно. Прикольно. Ну хорошо, тогда тебе удачи, увидимся еще. Растворюсь в этих красках дня, развенчаю миф про себя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечит собственные раны. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым и вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой?